Каждому известно, что звезды падают. Особенно в ясные ночи, когда на небе так хорошо видны созвездия с красивыми странными названиями. Большая медведица, весы, созвездие гончих псов. Но мало кто задумывается над тем, останется ли после упавшей звезды прореха. Ее можно заштопать. И куда девается исчезнувшая беглянка. Между тем, по непроверенным данным, стало известно, что недавно выпала и покатила звездочка из созвездия гончих псов. Созвездий гончих псов исчезла вдруг звезда, она скатилась вниз, как по щеке слеза, и в тот же самый миг, открыв глаза во мгле, щенок по кличке Щен родился на земле. Как труден первый шаг, когда ты одинок, что кажется, земля уходит из-под ног. Но несмотря на все, шагай, малыш, смелей, и ты найдешь себя в созвездии друзей. Ваша последняя статья, Игорь Николаевич, опять навлекла на нашу газету грома молнии. И это после того, как я собственной головой пробил вам, как молодому специалисту, однокомнатную квартиру со всеми удобствами. А при чем здесь квартира? Я просто хотел поставить вопрос с максимально объективной точки зрения. Вот. А при чем здесь вопросы? Вопросы. Были бы правильные ответы. Кроме того, мы в последнее время от вас совершенно не видим гвоздей. Гвоздей! Но я же не в столярной мастерской работаю. Ну, если вы не знаете, что гвоздями называются самые интересные и ключевые материалы, вам вообще нечего делать в газете. Борис Владимирович, да. Вы как зав. Отделом писем и старший товарищ, пожалуйста, не выпускайте Солдатова из своего поля зрения. Я вас очень об этом прошу. Игорь Николаевич, из санэпидемстанции приходили. У вас в квартире тараканы. Я сам с ними справлюсь, не надо. Ну, если больше ну, нет, не надо, я вас прошу, я, скажу, я сам с ними справлюсь. Тараканы. Спасибо вам надо? Большое. Игорь я сам... Ой!
Ой! О, да нет у меня тараканов. Ни одного нет тараканов. Как не стыдно? Ты меня чуть не раздавил. Путь в психушку открыт. И ты здесь. Ну что, пойдем накормлю? Пошли, пошли. Идем. Ну вот, заходи. Спасибо. Может, я действительно того, а? Нет. Все, пора в отпуск идти. Здесь дует. Да-да, дует, дует. Ты что, пришелец, что ли, а? Я мокрый и грязный, а ты большой и умный. А, да, да, конечно, извини. Пойдем, пойдем. Угу, сейчас помоемся. А, пойдем. Только не холодной водой. Пришелец. Слушай-ка. А может, ты из созвездия гончих псов, а? У каждого своя звезда. Хватает одной звезды. А? Точно. Смотри. Да. Вовремя я тебя нашел. Это не ты меня нашел, это я тебя нашел, рыжик. Я такой же рыжик, как ты, шарик. Этого еще не хватало. Шарик. Спокойной ночи. Значит, на обед поешь хлеба с молоком, понял? Ну, к ужину придумаем что-нибудь повкуснее. Возьми меня с собой, а? Я буду сидеть тихо. Никто не заметит. Честно? Честно, честно. Ну, смотри. Пошли. Не за что. Ну что там? Так. Не сюда. Не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Какой мы породы? Звездный. Какой еще звездный? Обыкновенная дворняжка, ничего особенного. Не смей так говорить. Я щен из созвездия гончих псов. Ой, что это?
Не нуля. Ты, наверное, просто переработал, тебе нужно отдохнуть. Правда? Нин. Породистая собака берет корм только из рук хозяина. Породистого. Между прочим, я вас с утра ищу. У меня из-за вас сплошные, понимаете ли, заботы. Это что за безобразие? Уже собак стали, понимаете ли, в редакцию водить. Ищите, пожалуйста. Во-первых, это не собака, а щеночек маленький. Я просто его боялся одного дома оставить. Понимаете? Вы мне что тут понимаете ли? Что кричишь? Тебе что, на хвост наступили? Никто тебя, кажется, не трогает. Никто. А, что? Спасибо. Начальник твой? Че это, шеф? По-моему, старик мало стал сдавать. Он просто хочет меня уволить. Все, а, брось обойдется. Слушай. Чего? Ну-ка, давай его сюда. Зачем? Давай, давай. Сейчас начнем дрессировать на письма. А че ты? Натаскивай же собак на наркотики. Да. Ну-ка, ищи. Ищи, копай. Ну, что ж такая собака-то у меня? Ага, нашел. Посмотрим, посмотрим. Подумать только. Что, интересно? Клянусь лысиной нашего шефа. Ух ты. Солдатов к редактору. Твоя дворняжка и правда что-то унюхала. Это тебе за породистого. Маленький мой. Вам предоставляется возможность показать себя. Ясно? Ваша собачка действительно по странной случайности вытащила любопытное письмо. В галантерейном магазине на Патриарших молодая продавщица похитила 25 флаконов импортного лосьона Мэри. Ну, вам нужно заклеймить ее. Нечестность, несознательность, стремление к наживе. В общем, понятно. Да. А это точно, что она украла? Сигнал, присланный нам из объединения «Ромашка», не оставляет никаких сомнений. А вам нужно создавать гвозди, гвозди! А не задавать ненужных вопросов. Понятно? Гвозди. Не брала. И это в тот момент, когда мы выходим на международный рынок. Что скажут наши инвалютные партнеры? Ну, не брала я их. Извините, пожалуйста. Здрасте, я из редакции. О, попали под огонь прессы. Дожили. Да не волнуйтесь вы так, не волнуйтесь. Я просто хочу уточнить некоторые детали. 25 флаконов. По 8,50 каждый. Это госцена. А на черном рынке это же... Да не брала я их. Что, я спекулянтка, ну, что ли? Успокойтесь. Не могли же они с вами уйти? У них пока ножичек нет. А на складе, Лидушенька, ты была одна. Не брала я их. Ну, не брала. А тут и до меня еще много пропадало очень. А вы знаете, ведь еще пока не доказано, что это именно она взяла. А потом существуют разные совпадения. Хорошо, пройдемте в склад, убедитесь лично.
Вот полюбуйтесь. Лосьон Мэри. Можно пользовать как пульверизатор. Но покупатели буквально дерутся. Ну-ка, подними меня. Зачем? А так надо. Куда это он направился? Вы позволите, я выйду за ним. А то он мне такой внезапный, не знаешь, что ждать. Пожалуйста. Щен, ты где? Да вот же он. Так, 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 так. Ну-ка, 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 ну-ка. О. Чувствуете запах, а? О, пожалуйста. И точно так же пахнут брюки у ребят. Так, а ну-ка признавайтесь, что вы здесь делали, а? Ну-ка признавайтесь, что делали? Иначе я милицию позову. Что делали? Воевали. Чего? Воевали. Выливали? Воевали. Выпивали? Воевали. Мы лосьоном стреляли, будь здоров. В глаза не надо, жжется. Как вы это доставали? Мы Тимку маленького через решетку в подвал запускали. Ой. Он пролезает. Он доставал нам пистолеты, утят и все прочее. Миленький мой. Хорошенький мой. Это вам за воровку. Если хотите, мы можем вам со щенком помочь. Найти остальные пропажи. Не надо. А жаль. Ну что, устал? Опять на ручки хочешь, да? Ну иди. Отдыхай. Get these trays. Ra-ta-ta-la-la. Здорово! We will rock you. Музыкант. Ну, ну, на. Оп! Мазь моя. Алло. Ты что, на помойке воспитывался, дубина? Чего? Ничего. Что? Кто это? Яйца. Что? Ничего, я говорю. Я не слышу, громче мне скажите. Что? Я говорю, на помойке вырос, да? Иди отсюда, мужик. Ты самоубийц, что ли? Иди на митинг. Сейчас пойду, да. Давай, давай. Ага. Пошел отсюда. Ну, давай, иди, что стоишь-то, иди. Себе угрожай, понял? Да? Ага. Придурки вы. Вали, вали. Простите, пожалуйста. Вы солдат, Игорь Николаевич? Да, что? Это я вам звонил в редакцию. А-а-а. Разрешите представиться. Сидеть! Сержанов, Павел Николаевич. Игорь, очень приятно. Большое вам спасибо за все, что вы сделали для Лиды. Пожалуйста. Только я должен вам сказать, что этот склад для нее не лучшее место. Ну, иди, побегай, Цезарь. Только недалеко. Игорь Николаевич, приходи к нам в ближайшее время на чашку кофе. Жена жаждет вас видеть. Спасибо. И Лиде будет полезно. Приходите с щенком, поиграют с Цезарем. Цезарь! А я вас там искала, а вы здесь.
Музыкант. Музыкант. Иди поешь. Иди, не стесняйся. А ты откуда? Рыжий говорит, что оттуда, с неба. А что это у тебя за штучки такие? Это медали. Я очень породистый. А что значит породистый? О, ну это самое, самое такое. А выходит, ты свалился с неба. Это интересно. А сервелат там есть? Какой такой сервелат? Такая замечательная колбаса из чистого мяса. Мой хозяин работает на мясокомбинате, иногда угощает меня. Как она пахнет. Овсяная каша тоже вкусная, если ее много. Мы должны быть вечно благодарны нашим хозяевам за то, что они в такое трудное время заботятся о нас. Да брось ты подлизываться. Люди все равно сейчас нас не слышат. Простите, а как вы считаете, стимулирует ли благодарность и интеллектуальный рост щенка? И что вы думаете по поводу демографического взрыва среди кошек? Каково мнение футурологов? Почему ты так странно выражаешься? Мы ничего не поняли. Подворотня вы, подворотня. Ну что тут не понять? Просто социологические термины. Подумаешь. Умник. Бескультурия. Иди сюда. А вы не находите, что у наших собак намечаются зачатки социального мышления? Да я как-то вообще не думал об этом. Подумаем вместе. До свидания. До свидания. Простите, а вас как зовут? Люся. А меня Игорь. Очень приятно. Очень приятно. Ну что, маленький. Иди, иди домой. А собачку вашу как зовут? Опрос. Молодец, давай, давай. Не бойся. Вот, хорошо. Теперь домой, домой, иди домой. Домой. Вот, молодец. Вот моя умница. Хорошо. Молодец. Ага. Вот так. Только без дела взад вперед не шастай. Игорь понял? Николаевич. А? Здравствуйте. Значит, там на углу творог дают. Вам взять? Да не надо. Да, еще в домоуправлении, значит, сегодня будут талоны давать на водку. Вам взять? На водку? Да. Я сам. Приглашаю в гости. Ну, проходи, проходи. Не стесняйся, проходи.
А Рыжик не рассердится? Ну что ты, Рыжик? Ты просто не знаешь Рыжика. Ой, 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 дай лапу скорей. Я ж тебе говорю, ты просто не знаешь Рыжика. Дай тут чатиться из-за каких-то котлет. К тому же я ему сейчас помогу. Как это? А очень просто. Пойдем покажу. А вот я запишу с него статью. Эй, погоди, погоди. Посмотри. Видишь машинка? Стукаешь по ней лапами. Получается статья. Я даже стихи написал. Если хочешь съесть котлетку, напиши скорее заметку, а? Ты что? Что случилось? А? Да музыкант ко мне пришел в гости. Ну что? Ну что, что? Иди посмотри. Ты что наделал? А? Я же над этой статьей две ночи сидел. Я хотел тебе помочь, и вот. Да, ничего себе, помог. Ну что мне с тобой делать? Здрасте, приятного аппетита. Ну, а здесь? Ты мне тоже решил помочь, да? Супа на двоих не хватало, а музыкант был очень голодный. Я сказал, что ты не рассердишься из-за каких-то котлет. Угу. А завтра воскресенье, помнишь? Я хотел поехать за город, чтобы ты призвился на травке. А вместо этого мы пойдем в гости к образцовому щенку Цезарю. Он действительно по-настоящему любит своих хозяев. Не ввязывается в драки. И не бьет посуду. Лизать руку вовсе не значит любить. А Лида там будет? Слушай, ты, по-моему, с этой Лидой два сапога пара. Ох, эти люди торчат тут с утра до вечера. Побегать негде. Никуда от них не денешься. Мы должны быть вечно благодарны нашим хозяевам за то, что они заботятся о нас. У тебя искра. Чей же ты такой? Он ничей. Вот так, друзья. А вот посмотри. Это Зоя. А это? Это Катя, Катя. Молодец, молодец. Тоже будут работать в цирке. Так что? Ну-ка, посмотри, посмотри. Да-да-да-да. Познакомились. Коля, твои? Мои. Ясно. Вот так, ребята. Ну-ка еще раз. Еще раз. Не отвлекаться. Работать. Работать. Вот посмотри, посмотри, как идет. Вот так. Вот. Вот как работать надо. Гимнасты. Так, ну-ка теперь все вместе. Надо же, ловкие. Так. Ну, давай еще раз. Оп. Пируэт, 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 пируэт. Пируэт, пируэт. Пируэт, 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 пируэт. Ну-ка, встал. Ну, вставай, вставай. Вставай. Молодец. Пируэт, пируэт, пируэт. Алле, 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 встали, мальчик. Пируэт. Вперед, вперед, быстрее, быстрее. Молодец. Успокойся. Пойдешь ко мне в группу?
Будешь сыт, умыт. А главное, придет к тебе слава. Он согласен. А? А ты, лопоухий, пойдешь ко мне в группу, а? А кто же будет в редакции почту разбирать? Ну, смотри. Здравствуйте. Привет. Привет. Здрасте. Возьми. Ребят, щенок наш сотрудник, не мешайте ему. Пожалуйста, сюда. Доброе утро. Здорово. Привет. Располагайтесь. Помощник твой, да? Помощник. Здрасте. Бог в помощь. Ой, спасибо. Утро доброе. Ну, ребят, теперь вы должны все рассказать, ага. А я все запишу. Что это значит? Гонорар. Что? О, гонорар от благодарных сотрудников. Ведь кроме Щена никто не умеет такие интересные письма вынюхивать. Вот немедленно и... прибрать все это. Хорошо. Всякая распущенность должна иметь предел. Но он ведь на хлеб зарабатывает. Учтите, что я терплю это безобразие последний раз. А где хозяин? Он на пресс-конференции. А-а-а. Ну, вы его сами туда с утра послали. Mm-hmm. Он же не мог с собой щена взять, и поэтому попросил меня присмотреть. Еще не хватало щенка на пресс-конференцию. Да. А это кто такие? Юные следопыты, Иван Дмитриевич. Откуда? Из Черной Балки, ну, там, где партизаны приняли последний бой. Mm-hmm. А еще они нашли планшет, а в нем карту местности. Вот, и фотографии молодой женщины и девчушки. Может, опубликуем? Кто-нибудь откликнется в газете. Отстань от меня! Отстань! Уйди! Уйди отсюда! Это собака нашего сотрудника Солдатова. Он получит административное взыскание. Борис, уберите собаку из комнаты. Угу. Щен, иди-ка отсюда. Подожди. Пес не зря волнуется. Жучок, а что у тебя в кармане? У меня? Да. Ничего нет. Честно, пионерская. Что, опять что-нибудь заначил? Ах, жучок, жучок. Да ты не жучок, а настоящий жук. Плюшкин, а ну-ка выворачивай карманы. Граната? Стоп! Не с места. А ну-ка. Положи мне эту гранату медленно, медленно на ладонь. Вот так. Вот молодец. О, у нее проржавела чека. Просто удивительно, что она до сих пор не взорвалась. Борис, очистите коридоры, позвоните куда следует. Быстро! Сейчас все лягут на пол лицом вниз. Сень, проследите. А я вынесу эту гранату в ящик с песком. Расходитесь, быстрее, быстрее, гранату несу! Ну, что вы стоите? В любой момент взорвется! Ну, быстрее, ну! Еще быстрее! Готово. Ложись! Осторожно, осторожно! Не путайся под ногами. Уходи. Не отсылай меня. Может, я тебе еще пригожусь. Лестница, ящик с песком. Беги туда и вырой ямку. Живо! Ага, я мигом. Молодец. Фу. Слава Богу. Ну, спасибо тебе, друг. Век не забуду. А теперь беги. Беги. Не трогайте его, он и так переутомился. Я тебе говорил, Ося, он настоящий герой. Да, я не сомневался никогда. Ну, я-то первый об этом узнал. Ну и что?
Все собаки герои, только мало кто это понимает. Да, я-то теперь понимаю. Что случилось? Что он еще натворил? Я вас поздравляю, у вас замечательная собака. Настоящий боевой товарищ. Поздравляю. Поздравляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь. Здравствуйте. Что? Современный санитарный дизайн. А-а-а. Прекрасно очищает подошву. Да. Проходите. Пожалуйста. Проходите. Проходите. Спасибо. Вот сюда. Цезарь, ко мне. Рядом. Стоять. Мы с женой экономисты-плановики. Живем по самым точным расчетам. 25% на еду, 50% на приобретение разных предметов, ну а 25% оставляем на черный день. А если черный день так и не наступит? Как это не наступит? Обязательно наступит. И к этому нужно быть готовыми. А вот наша Лида этого не понимает. А, кстати, где она? Ты куда? Куда? Осторожно. А это комната нашей Лиды. Пожалуйста. Да. Проблемы отцов и детей. Ну что, как говорится, совсем отбились от рук. Мы для Лиды ничего не жалеем. Да. Вы знаете, мы ей все разрешаем, все. Да. И она от этого стала совершенно неуправляемая. Да, а... вот и магнитофон, и мотоцикл тоже все-все разрешаем. Но, но вот... нельзя же из квартиры делать ветеринарную лечебницу. Да. Ну, и когда мы с мужем ей сказали об этом, она пришла в такую ярость, что тут же бросила техникум и поступила в этот ужасный магазин. Эй, ты что делаешь, да, поганец? У вас прелестный пес. Пусть поиграет с Цезарем, милый. Иди в гостиную. Привет, посмотрите, какая прелесть. Что это? И ты притащила ее сюда? Ух. Вытащила с дна канавы. Чуть не захлебнулась. Беднёшечка такая мой. Она будет жить здесь? Ее зовут Дейзи. Я же говорил, вытирай лапы. Что теперь будет? Да мы сейчас замоем. Хозяйка тряпку брать не велит. А я зато спиной. Говорил же я тебе. Это же гораздо лучше. Мы вымоем весь пол, твои хозяева похвалят нас и дадут по котлетке. Что? Ты что наделала? Извините, пожалуйста. Тихо. Безобразие, ты что наделал? Какой позор? Что? Бить беззащитных животных. Так ведь он... Они же просто расшалились. Цезарь! На место! Чен, сначала мне оси. А мне что-нибудь этакое с перцем. Ребят, 7-летний рэкетир отнял у папаши 3000 рублей. Ниночка, готовь командировку в Ясногорск. Уже выписываю. А это что такое? Ну-ка. Послушай, какое-то приглашение в цирк на новую программу. Дай посмотреть. Это же наш музыкант. Сейчас твой друг выйдет. Сейчас. Сейчас волнуешься. Ну, привет. Здрасте. Ешьте мороженое. Самое вкусное мороженое, самое супер. На. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Простите. Пожалуйста, пожалуйста. Я вам не мешаю.
Ух ты, какой музыкант стал красивым. Рыжий, я тоже так могу. Давай попробуем. Угощай мороженое, мальчик. Угощай мороженое. Эй, а ну вставай. Слышь, что говорю? Давай, 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 давай. Ну-ка, вставай. Встряхнись, давай. Наведи порядок в своем углу. Смотри, что делается. И эту пуговицу 3 дня ищу. Встряхнись, давай, умойся, все. К нам же гости придут. А жареная курица будет? А кто придет? Борис или Ося? Чин. Придет Люся. Я тебя очень прошу. Веди себя хорошо. Она-то зачем придет? От нее такой запах, что я чихаю. А потом, когда она говорит, ничего же понять невозможно. Ой. И вообще, ты еще многого не понимаешь. Люся, между прочим, социолог. А что это такое? Что-что? Наука такая, социология, которая изучает мнение людей по различным вопросам. Ну вот, например, спросили 10 щенков, нравится ли им ливерная колбаса. 8 ответили нет. И только 2 сказали да. И что из этого следует? Как ты думаешь? Что колбасы надо делать меньше. Бред! Какому же щенку не понравятся ливерные? Разве только очень глупому или объевшемуся, как бендюжник. Я же, к примеру, сказал. Я тоже. О, по-моему, они уже в сквере. Да? Слышишь, Лая, просто? Так, слушай, я тебя очень прошу. Пожалуйста, не кидайся на нее. И веди себя как мужчина, ладно? Хорошо, договорились. Не надо рычать, лаять. Гостей надо принимать вежливо. Вот, пожалуйста, заходите. А это кто такой? А, это мой друг. Знакомьтесь. И как тебя зовут, друг? Его зовут Щен. Щен? Да. Странное имя. Знакомься, это Люся. А. А у вас миленько. Вы находите? Да. Ну, чувствуется, конечно, отсутствие женской руки. Ну? Но холостяк вообще объект деградирующий. А? Фрустрация личности. Как вы сказали? Это после. Телескоп. Сам сделал. Скажите, а в вашем доме кормят гостей? Ой, извините, я совсем забыл, я сейчас. Ну-ну.
Вот рассеянность. Все приготовил и забыл. Представляете? Но ничего. Так. Кофе еще не остыл. Что, кофе? Да. Без ликера? Сказал, не буду вмешиваться. И все. Да, вы знаете, у нас магазин внизу, так что я сейчас бегаю быстро. Да. Да, вы что предпочитаете? Бенедиктин. Понятно. Ну, или черный буйвол, но это бразильский. Понятно. Ну, вы поиграете с собачкой, да? Я с собачкой. А я сейчас. Хорошо. Так, телевизор. Диван к окну. На кухню. Ой, это робот. Это вообще что-то. Ой. Это что? Это коньяк. Коньяк? Да. Там народу ужас. Мужики поделились. Какая прелесть. Что? Это что, Мейсон? А, не, Кузнецов. А. Из них пели еще мои прадедки с прабабом. То есть семейные реликвии. Угу. Ой. Ну, за встречу. А что? За фрустрацию. Фрустрация конвергирует личность. Да. Что при желании можно сделать с могучим русским языком? Молчу. Не мое дело. А вы какой-то несовременный. Да? Это приятно. А знаете что? Что? Давайте с вами выпьем. На брудершафт. А что, так сразу, да? Ну, Щен, ну что здесь сидишь? Пойди погуляй, там тебя опрос ждет. Возьми колбаски, ему отнеси, там поедите. Давай. Прискорбно. Да. Но когда индивид снимает фрустрацию конформистскими методами, ничего хорошего не предвидится. Я уверяю вас, вы ведете себя по отношению к вашему псу оппортунистически. Ну, раз такой скверный, я тебя проучу. Извините. Это что такое? Безобразие. Игорь Николаевич, здрасте. Здрасте. Я на минутку. Я вижу, в сквере ни вас, ни Щена нет. Я подумала, может, вы захворали. С нами все в порядке. Слушай. А? А что ты за мной бегаешь, а? Я? Да. Иди торгуй. Перерыв закончился. Иди торгуй. У нас учет. Здрасте. До свидания. Ромашки спрятались, поникли лютики. А вы, оказывается, опасный мужчина. Индивид с центростремительными ориентациями не способен к селективной перцепции. Мы будем пить кофе или мы будем... Пейте кофе.
чудесно пахнет. Простите, а можно нам тоже попробовать? Конечно. Ешьте все, мне что-то не хочется. А ты не заболел, Чен? Ну как же можно отказываться от печенки? Я-то здоров, но у меня к вам очень важное дело. Понимаете, мы должны помочь Рыжику. Ну в чем дело? Интересно, где он сейчас? Кто? Чен. А вы же его отпустили с этой вашей знакомой. Ну в том-то и дело. Ну и что? Опрос он вообще один на улице. Да просто смешно так относиться к собакам. Подумаешь, какая ценность. Для меня ценность. Так, а мы хотели выпить на брудершафт. Чего это они, а? Да что это значит? Да вы все с ума посходили, что ли? Слышь, я спросил, нравится ли им Люся или нет. Все ответили нет, даже опрос. Теперь ты должен прислушаться к нашему мнению. Это ведь гораздо важнее, чем ливерная колбаса. Ой, я не с кем связался? Позвольте, но нельзя же так грубо. Люсь, я не хотел вас обидеть, Люсь. Я... Молчи! Правда. Возьми себя в руки. Ну что, социологи, будем пировать? Ну, наконец-то. Позвольте, позвольте мне тоже. А звезды теперь такие далекие. Ну что случилось, а? Металлисты гуляют. Какие металлисты? Да Лиза теперь подружилась с ними. Они у нее толкутся с утра до вечера. Пляшут, поют, тащат разные вещи. Я хотел им помешать, да меня прогнал рокер. Почему? Его все боятся. Когда он ходит в комнату, на всех мальчишках и девчонках шевелятся цепи и подвески. Он и на меня подвесил. Лида говорит, что он повелитель металла и умеет читать мысли. Правда, мои мысли он почему-то не прочел. Пойдем посмотрим, что это за повелитель. Предупреждаю! Я вызову милицию! Устроили, понимаешь, тут притон. Да что вы? Пронюхали, что родители уехали и... Да нет, я хотел просто спросить... Все! Этот рокер. Здрасте. Как дела? А что это у тебя здесь происходит, да? А вам какое дело? Че это вы за мной бегаете, а? Да мы не бегаем, просто я узнал, что ты одна. Она не одна. Здесь ее... А я не одна, друзья, понял? И партнеры. Шумные партнеры какие-то, да? Че пришел-то? Да так. Дай собачку-то. Зачем? Ну дай собачку-то, ну что ты? Да не дам, это моя собака. Это правда. Рыжик мой, а я его. Да ты, сынуля, оказывается, фокусник. Чревовещатель. Да не, я не фокусник. Ну пойдем на пару слов в коридор. Да зачем? Я же говорю, что мне здесь хорошо. И фокусник, по-моему, ты, а не я. Ребят, вы что, плохо в школе учились, да? Ага. Ну тогда понятно. Это ж магнит.
Ну что? Прекратить! Смотрите! Настоящий притон! Да нет, нет, что вы? Никакого притона нет, нет. Это просто ребята собрались повеселиться. Я изучаю ситуацию, я корреспондент. Вот, посмотрите. Вы корреспондент? Да, да. Потакаете? Этому с позволения сказать веселью. Я не потакаю, я просто изучаю ситуацию. Ладно, ладно, изучайте. Все. Только потише. Не мешайте людям отдыхать. Надеюсь, вы все изучили? Да, да, конечно. Я прошу всех присутствующих разойтись. Прошу. Спасибо, корреспондент. А, пожалуйста, металлист. Ну, мы еще встретимся. А, ну, может быть. На. Береги магнит. Завтра же пошлю телеграмму Павлу Николаевичу и его супруге лично. Пусть возвращаются и разбираются сами. Да нет, вы не поняли. Пойдемте, Николай Иванович. Да ладно, не переживай. Запрись на все замки, не впускай никого до приезда родителей. Тоже мне металлистка. Покеда. А что ты загрустил-то? Да я не грустный, я просто думаю. О чем? А почему он сказал, что мы еще встретимся? А потому что он злобная тварь. Я тебя очень прошу, пожалуйста, будь от него подальше, когда гуляешь один, ладно? Никогда не знаешь, от кого быть подальше. Что верно, то верно. Подходи к этой кошке, не подходи, она злая. Сейчас, сейчас, сейчас. Этот рокер думает, что я его боюсь. Как бы не так бы. Шапку не потянет, мелковат. А, ну тогда. Удавлю. Тихо, ты собачку напугала. И вы куда? Вы куда их несете, а? У них же хозяева есть. Вы слышите? Я сейчас хозяину скажу. Иди, иди, скажи, что встала. Стройный красавец. Вот его не надо. Че, с какой стати? Не отмажемся же. Че не отмажемся? Тебе что, деньги, что ли, не нужны? Делай, что говорю. Сам иди и делай. Черт, кудла, ты уйди отсюда, а? Вставай, культурист. Подъем. Пошел вон кубик бульонный.
глупо я попался. И Дези подвел. Что с нами будет? На, личные. Все. Вы же у нас со Щеном теперь звезды первой величины. А-а-а. Кстати, когда приведешь? Все давно соскучились. Потерпите. Ему пора одуматься. Пора, Боже, за ум браться. Воображал, большой стал. Сил просто нету. Знаешь, он мне заявил? Ага. Говорит, между прочим, может быть, я и не такой хороший, зато я очень породистый. Вот так вот. Ой, не могу завтра. Что с тобой? С ним что-то случилось. Подожди, я с тобой. Привет, что? Скорей, их увезли, Щена и Дези. Кто, куда? Я не знаю, живодеры, вон туда. А ну слезай отсюда, я догоню. Я тоже поеду с вами, можно? Показывай дорогу. Ничего не случится. Мы же породистые. Просто подождут, пока хозяева выкупят нас за бумажки, которые называются деньгами. Ну, а эти пойдут на шапки и воротники. Как это? Они же дворняги. Кто за них будет платить? Чем? А какой ты породы? Никакой. Простите, простите, вы не видели, тут фургон не проезжал, грузовик такой. Мало ли кто здесь проезжал. Чары, Чарли. Фу ты, там собак много, понимаешь ты или нет? Живодеры их увезли. Чарли, не знаю я ваших делов. Чарли, Чарли, уймись, Чарли. Спасибо, Чарли. Щен, конечно, я могу, когда открою дверь, вцепиться в этого рокера, но тогда ведь перебьют всех остальных. Ну что ты трясешься, Дези? Думать надо, а не трястись. А я думаю, куда они нас повезут? Наверное, туда, где никто не найдет. Сюда, сюда, ближе к двери. Слушайте, когда они откроют дверь, я крикну внутренним голосом. Они растеряются, а мы выскочим из клетки и разбежимся. Так. Лохматый наверх. Мужики, водку привезли. А? Слышал? Слышал? Ну-ка, бабки сейчас. Все равно. Ну, куда вы что? Дези, беги, беги! За меня не беспокойся! А я держи здесь! Да.
Фух. Ну, пацан, давай. Пока. Ага, пока. Угу. Пока, Дэй. По-моему, ты замечательная девчонка. И ты, Дейзи, знаешь, тоже очень хорошая. Пока. Угу.